Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержан депутат Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области. Он же является руководителем фракции «Российская партия пенсионеров за справедливость». Этот депутат подозревается в покушении на мошенничество. Он и его знакомый предложили коммерсанту содействие в приобретении здания в центре Москвы за 2,5 миллиона долларов США. Проверяя документы по сделке, наши оперативники установили, что свидетельство о праве собственности государственным регистратором не выдавалось, а серийный номер бланка числится как утерянный. В итоге при получении от потерпевшего первого транша в размере более 500 тысяч долларов США злоумышленники были задержаны. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли поддельные правоустанавливающие документы на это здание. Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Thank you.